идем исследовать новый водоем. Водоем считается частным, но это так, пером писано, потому что я смотрел по карте земли, распределение земель, половина водоема хозяина, половина как бы ничье. Пойдем сходим, посмотрим, что он вообще из себя представляет. Но я точно знаю, что там есть большие караси и лени. Идем. Здесь такой ручеек, надо перейти, небольшое болотце, идем дальше. Тропинка существует уже давно, я здесь ловил года полтора-два назад. Ну, посмотрим, в каком состоянии сейчас это озеро. Идешь, нет? Идем через джунгли. Выходим на поле. Здесь плавает лебедь. Вот такой вот водоемчик. Это старое русло Гауи реки. Он нас предупреждает? Ну да. Так. Ну, было такое место вытоптанное у меня, я же сидел, да? Там вообще горки такие были. Вода здесь цветет. Сейчас пройду чуть вперед, посмотрю, здесь местечко. О, вот здесь есть место. Да, здесь есть место. Если здесь почистить, то здесь можно посидеть на карася. Ну вот такие дела. Место я разведал. Надо будет прийти себе сюда с граблями, почистить, подкормить и попробовать ловить ихтиандра. На этом все. Пока-пока. Удачи!